Лето, каникулы, отдых. Это время года с нетерпением ждут все дети, чтобы восполнить израсходованные во время учебы силы, восстановить здоровье, духовно и творчески развиться, найти новых друзей, вдоволь наиграться. Что может быть лучше для ребенка, чем каникулы, проведенные в детском оздоровительном лагере? Ежегодно дети сотрудников Алмалыкского горно-металлургического комбината отправляются отдыхать в лагеря при предприятии «Тонг», «Гульзор», «Металлург», «Стеклол» и «Парвоз». В этом году за весь летний сезон 2023 запланирована организация полезного досуга для 5200 мальчиков и девочек. В предыдущих репортажах мы знакомили вас с условиями, созданными для оздоровления детей в ДОЛ «Металлург». В частности, сегодня, 18 июля, более 200 юных школьников отправились в Бостанлыкский район. Ведь в «Металлурге» стартовала четвертая смена, и их ждут дружелюбные воспитатели, масштабная программа на предстоящие выходные дни. Сотрудники Совета профсоюза работников АГМК осуществили ряд мероприятий для обеспечения безопасности детей во время поездки. Я считаю, что отдых в лагере – это самый интересный период каникул у детей. С привлечением квалифицированных и активных вожатых в «Металлурге» организованы различные развлекательные мероприятия, спортивные и творческие конкурсы по специальной программе. Уже более 600 детей получили массу впечатлений за прошедшие три смены. Мы уверены, что из четвертой смены мальчики и девочки вернутся радостными, сияющими глазами. Нет сомнений, что отдых в лагере, расположенном в самом сердце могучих гор у Чарвакского водохранилища, оставит в памяти юных посетителей приятные воспоминания. Ведь эта поездка уже успела вызвать восторг у маленьких ценителей хорошего отдыха.